Первый международный форум педагогов дошкольного образования прошел в Петропавловске. Диалоговая площадка объединила гостей из разных регионов республики, а представители Российской Федерации и Республики Беларусь приняли участие в режиме онлайн. Развернута выставка большая, все сделано руками самих педагогов. Здесь у нас гостями, представителями являются департамент дошкольного образования Министерства просвещения Республики Казахстан, представители Института раннего развития детей. Здесь будут делиться опытом, как мы готовим наших воспитателей будущих. Это высший педагогический колледж наш имени Макжана Жумабаева, они тоже выставку представили, а также Северо-Казахстанский университет имени Манаша Казыбаева. Педагоги обсудили перспективы дальнейшего развития сферы. Форум – отличная возможность для рассмотрения новых методик, исследований и достижений, считают эксперты. Сегодня на первый план в нашей работе выходят центры компетенции. То есть это те передовые точки роста, которые показывают и транслируют передовой педагогический опыт. Государством делается немало для того, чтобы педагоги закрепили статус воспитателя, получили квалификацию, повысили ее, делаются курсы повышения квалификации, они проходят обучение. Есть возможность расширять свой педагогический опыт и передавать его другим. За вклад в развитие сферы почетными грамотами поощрили ветеранов педагогического труда. Надежда Баранова приехала из Айыртауского района. Она работает в сфере дошкольного образования с 1976 года. Воспитала не одно поколение казахстанцев. Педагог очень рада, что ее труд высоко оценили на республиканском уровне. Как-то меня в детском саду спросили, а сколько вы, Надежда Васильевна, сделали выпусков? И я не смогла посчитать. Их очень много. И это моя жизнь. Я очень рада. Совсем недавно ездила я в гости за рубеж. И было очень приятно. Идя по улице, я услышала свое имя, отчество. Я была поражена. Я там встретила своих выпускников, своих воспитанников. И я поняла, что я... Ну, не зря посвятила себя, что ли, вот этой работе, что... Я проработала, что меня помнят, что меня уважают. Также на форуме презентовали новое методическое пособие для педагогов дошкольного образования. В сборник вошло около 400 статей. Пособие, состоящее из трех томов, поможет педагогам усовершенствовать свои навыки и наладить тесное сотрудничество с коллегами из других стран. Валерия Филатова, Матвей Колесников, МТРК.